В здании администрации состоялось 15-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского района. Основным вопросом было объявление конкурса по отбору кандидатур на должность главы района и назначение членов конкурсной комиссии. Половина членов конкурсной комиссии должна назначаться решением Совета депутатов Ленинского муниципального района, вторая половина, то есть 3 человека, должны быть в списке представлены губернатором Московской области. Председатель Совета депутатов Станислав Радченко предложил назначить членами конкурсной комиссии от Ленинского района начальника правового управления Любовь Исаеву, Виктора Пикуля, много лет проработавшего в нашем муниципалитете, а ныне председателя Московского областного совета ветеранов, и Валерия Нефантьева, президента спортивного клуба «Металлург» и почетного гражданина Ленинского района. Кто за предложенные кандидатуры, голосуем списком. Кто за? Кто против? Воздержался. Решение принято единогласно. Также депутаты рассмотрели вопрос о передаче в муниципальную собственность дороги от Расторгуевского шоссе до деревни Жабкино, для того, чтобы в будущем появилась возможность провести ремонт дорожного полотна на этом участке. Все, кто едут через Расторгуевское шоссе, пытаясь срезать Варшавское шоссе, не выезжая на него как дублер, пользуются данной дорогой. Она в безобразном состоянии, надо крайне срочно ремонтировать. Решение было принято единогласно. Последним вопросом было избрание нового заместителя председателя Совета депутатов. Им стала Ирина Архангельская.